как у нашей бабушки в задворенке была курочка-рябушечка. Посадила курочка яичушку с полки на полку, в осиного дупелка, в кут под лавку. Мышка бежала, хвостом вернула, яичко приломала. Об этом яичке строй стал плакать, бабы рыдать, вереи хохотать, курицы летать, ворота скрипеть. Сор под порогом закурился, двери побутусились, тын рассыпался. Поповы дочери шли с водою, ушат приломали. Попадье сказали: «Да ничего ты не знаешь, матушка, ведь у бабушки в задворенке была курочка-рябушечка. Посадила курочка яичушка с полки на полку, в осиного дупелка, в кут под лавку. Мыша бежала, хвостом вернула, яичко приломала. Об этом яичке строй стал плакать, бабы рыдать, вереи хохотать, курицы летать, ворота скрипеть. Сор под порогом закурился, двери побутусились, тын рассыпался. Мы пошли с водой, ушат приломали». Попадья квашнёми сила, всё тесто по полу разметала. Пошла в церковь, попу сказала: «Ничего ты, батюшка, не знаешь, ведь у бабушки в задворенке была курочка-рябушечка. Посадила курочка яичушка с полки на полки, в осиновую дупёлку, в кут под лавку. Мышка бежала, хвостом вернула, яичко приломала. Об этом яичке строй стал плакать, бабы рыдать, вереи хохотать, курицы летать, ворот скрипеть. Сор под порогом закурился, двери побутусились, тын рассыпался. Наши дочери шли с водой, ушат приломали. Мне сказали, я тесто месила, все тесто разметала». Поп стал книгу рвать, всю по полу разметал.